Здравствуйте! В эфире «Мобильная Хакасия» – передача о высоких технологиях в области телекоммуникации и связи. В прошлом выпуске мы рассказали об услуге «Навигатор». Она позволяет отслеживать передвижение других абонентов, естественно, получив на то согласие. Применение нашла среди тех, кто постоянно переживает за безопасность собственных детей, родных и близких. Сегодня подобная услуга появилась и среди корпоративных клиентов компании «Мегафон». Называется она «Контроль кадров». Это оптимальное решение для бизнеса, когда важно держать все под контролем. Она создана специально для компаний с разъездным графиком. К примеру, курьерские службы. Активно ее подключают и организации с сервисным обслуживанием, будь то жилищно-коммунальное хозяйство или ремонтные службы, а также службы такси. Клиенту предоставляется комплекс услуг для управления внутренними бизнес-процессами компании, который позволит всегда быть в курсе, где находятся ваши сотрудники и корпоративный транспорт, а также управлять их перемещениями. Использовать услугу «Контроль кадров» совсем просто. Достаточно лишь внести номера группы абонентов. Причем в дальнейшем они определяются автоматически. Далее на личной странице вы сможете увидеть, где в данный момент находится тот или иной сотрудник. С компьютера можно отправлять на мобильные телефоны и сообщения, как одному из абонентов, так и применять СМС-рассылку. Если у вас нет времени мониторить передвижение сотрудников в онлайн-режиме, это не значит, что вы что-то пропустите. Вся информация в обязательном порядке сохраняется. И проверить ее возможно в любой момент. Для того, чтобы подключить услугу «Контроль кадров», не обязательно идти в офис компании «Мегафон». Сделать это можно и самостоятельно на портале мобильного оператора. Собственный мобильный офис – своеобразный координационный центр компании. До этого времени подобная услуга существовала лишь у операторов фиксированной связи. Эффективное решение для работы с заказчиками сегодня «Мегафон» предлагает и своим корпоративным клиентам. Единый многоканальный номер доступа для обслуживания входящих вызовов позволит компаниям облегчить ежедневную работу. При помощи телефонной сети входящие вызовы, к примеру, от клиентов компании, можно переадресовать на указанные номера. Это выглядит следующим образом. Если вас интересует покупка новых автомобилей, нажмите 1. Если вас интересует кредитный отдел, нажмите 2. Прежде всего, мобильная АТС, пожалуй, заинтересует компании, для которых важно не пропустить ни один звонок. Переадресация возможна как на мобильные, так и городские номера в Сибири, регионах России или даже других странах. Услуга объединяет в единую сеть мобильные номера сотрудников всех филиалов предприятия, независимо от того, где они находятся. Вы абонент сотового оператора и хотите по различным обстоятельствам сменить номер. И вся проблема лишь в том, что боитесь при такой процедуре потерять нужные контакты. Все сомнения развеет услуга «Ваш новый номер». Она сохранит старые контакты. Вы сменили номер, подключили услугу, и теперь каждому, кто позвонит вам на прежний, придет сообщение с новым набором цифр. Кроме того, мобильный оператор оповестит о входящем звонке и вас при помощи СМС. Подключить услугу можно самостоятельно или в контакт-центре «Мегафон» по номеру 0520. Подключается она на 3 месяца. По истечению этого срока ее можно подключить еще раз. Услуга абсолютно бесплатная, предоставляется для всех абонентов «Мегафона». На этом у нас все о новинках современных технологий в области телекоммуникации и связи. Смотрите в следующем выпуске «Мобильной Хакасии». Оставайтесь с нами.